Добрый день, друзья! С вами репетитор и коуч Дмитрий. В этом маленьком таком уроке, обсуждении, хочу поделиться с вами идеей, которая у меня в голове или в каких-то духовных материях уже давным-давно, но не совсем действительно хватает времени заняться ей, хотя я чувствую, что для тестов английского она полезна, особенно для нашего любимого теста Duolingo. Для IELTS, TOEFL и других как бы тоже косвенно, но вот для Duolingo в первую очередь. В Duolingo есть знаменитое задание Read and Select. Читаем и выбираем. Именно это задание, оно состоит в чем? Я смотрю в слова, если они слова, да, не просто буквосочетания, и выбираю существующие. Мне не нужно знать никаких значений этого слова там, и так далее. Да? Просто есть оно или нет. Также косвенно у нас есть задание Fill in the Blanks, вставляем пропуски, там, это в принципе и Read and Complete, там где нам нужно заполнять пропуски буквами. Очень многие ребята, они в какой ситуации бывают, что они точно по значению не знают, какое слово будет здесь, да? Но все равно лучше что-то написать, туда заполнить, чем вообще ничего не написать. И они начинают вращать в памяти, в разуме. Вот эти буквосочетания, да? Естественно, если вы что-то, вам хоть что-то придет, и вы впишете более-менее туда похоже, так это ж классно, да? И вот смотрите, есть определенная группа ребят, такой процент, что ли, которые очень хорошо воспринимают информацию зрительно, да? Есть более хорошо аудио, устно, на слух, а есть вот зрительно, да? И для тех, кто зрительно, можно попробовать такой способ. Смотрите, если у вас есть время и силы, в интернете много сайтов, очень много, где списками даются самые распространенные слова английского. Duolingo утверждает, что практически весь Duolingo, скажем так, состоит из 10 тысяч самых распространенных слов английского. Это много, конечно. 10 тысяч это не 2 тысячи. Да? Но с другой стороны, это не 100 тысяч. И с третьей стороны, вам не нужно прям, знаете, уж прям 10 тысяч, так как вам не всем 155-160 надо по Duolingo. Очень многим 110, 105, ну всякое такое. Да? Соответственно, можно на 2 поделить смело, там 5 тысяч. Что можно сделать? Можно попробовать. Я еще пока не этот метод не опробировал, не обкатывал. И так как каждый человек индивидуален, то оно ему будет нравиться, не нравиться. А самое главное, давать результаты, не давать индивидуально. Поэтому, но берем, вводим в Google или чем вы пользуетесь, там, допустим, 1000, первое 1000 или 5000, 10 не надо, потому что это слишком много, пока 1000, 2, 3, 1000, 4 или 5000, 1000 most common English words. Вот я ввел только что, и буквально один из сайтиков, которые там повыскакивали рандомно, как говорится, наугад, сайт называется vocabulary.com, вам тут не видно, но... Вот, и пошли они, смотрите, здесь они идут по, я так понимаю, по частотности. Они их поставили, вот, например, смотрите, be, a, in, have, I, he, он. Смотрим глазками. Ну, естественно, такие слова, как in, have, I, he, он, вы быстренько их так, say. Обязательно, обязательно, сейчас мы дойдем с вами до какого-то слова, которое уже, ну, например, no. Вы его все знаете, что no это знает, да? На всякий случай про себя латинским. Так, no, no, no. Несколько раз, спокойно, как робот, как... такое индифферентное существо. Конечно, с ассоциациями, с эмоциями это лучше, но так как их так много, то пока вы будете на каждое придумывать ассоциацию, это метод, ну, кто-то может сказать, тупого механистического прорабатывания вот этих слов. Да. КПД у него, возможно, низкий, но в данном случае мы можем взять за счет количества. Смотрим, смотрим, так, year, так, U-E-R, U-E-R, как хотите, хоть U-E-R, так. Тут, вы понимаете, примитивно идут и будут идти, вот, ну, сейчас хоть что-то поинтереснее. Да, пока тут поинтереснее, конечно. Сейчас я промотаю чуть-чуть. Так, смотрите, вот 550. Уже что-то вот available, да? Окей. Available. Мы глазками смотрим. В этом списке такой как бы недостаточек, что ли. Ну, они специально сделали, чтобы мы с вами... Вот, если я хочу послушать, как оно читается, да? То. Так, наше available. Я слушаю. Available. Available. И внизу тут даже еще есть, кстати, должно быть. Вот, смотрите, классный сайт. Available. Классно. Available. Yeah. Послушали. Значение, вот я к чему веду. Понимаете, само значение можно не читать, потому что вы сойдете с ума. Когда вы обрабатываете сотни, тысячи слов, то если вы будете вчитываться там значение, нам нужно знать, это слово есть или нет. Вот это available, available.
Краем глазика вы можете obtainable or accessible and ready for user service. Ну, у кого английский начальный, то не скажет, о боже, мне еще хуже стало. Вот-вот. Поэтому сильно сюда не вчитываемся. Краем глазика что-то. И вот так вот, если у вас до теста месяц, и вы, допустим, там по 50 слов, возьмете по 100 слов, тем самым вы гарантированно освежите, расширите свой словарный, пассивнейший словарный запас визуальный на несколько сотен, а может тысяч слов. Для Duolingo это хорошо, потому что вот это первое задание, которое к тому же так сильно влияет на вообще на все, это Read and Select, а также, как я вам уже сказал, Fill in the Blanks и Read and Complete, оно реально влияет. То есть даже если вы не знаете, что такое Daughter, ну вы знаете, Daughter, a female human offspring, Daughter, Daughter, окей, вы заодно освежили этот спеллинг, вот, и освежили его вообще. Это называется вот эти word lists, такие списки слов, самое, одно из самых скучных в мире штук, но оно эффективно, когда мы делаем его спокойно, как черепашка и много. Попробуйте. Я со своими учениками, я думаю, буду постепенно экспериментировать с этим. Не на уроке, конечно, потому что сидеть читать весь урок, а найду достойные эти списочки, и мы посмотрим. Они, кстати, эти списочки не совпадают на разных сайтах. Я когда-то, вот, мы ведем 1000 most common English words, не совпадают. Одна компания, значит, лингвистическая, они такой дают список, вторая другой. По крайней мере, очередность не совпадает, частотность, и это интересно. Но ничего страшного, нам главное с вами. Я думаю, если вы одолели бы 5000 визуально, вот так и аудиально этих слов, то это автоматом повысило бы ваш балл на Duolingo, баллов на 10, это 100%. Конечно, оно не заменит общий уровень владения, потому что это чисто визуально, как значки, как латинские именно. Но тем не менее. Повторюсь, Duolingo – это такой тест, где вот такой примитивность может прокатить, потому что вам нужно просто выбрать в Read and Select, есть это слово или нет. Окей, друзья, можете попробовать. Я уверен, из вас многие есть, которым нравится глазками так смотреть, и вы впитываете то, что вы видите. Вот футуре, ну, давайте что-то поинтереснее возьмем. Ну, например, там, increase, да? Вы, ваши глазки видят, increase, оно есть. И вам оно попадется, вы его отмечаете. Если там будет increase, ну, буковка тут и, а не i, вы его не выберете, потому что вы видели, что есть именно increase, а не increase. Окей, друзья, если хотите, пробуйте. Если кому-то поможет, то напишите, пожалуйста, когда сдадите тест, как вы почувствовали, оно вам помогло или нет. Этот путь не такой нелегкий, в плане очень трудозатратный, но зато не очень высокоинтеллектуальный, скажем так. Ну, тут не нужно ничего такого изобретать велосипеда. Окей, если нужна срочная помощь ко мне как к репетитору, обращайтесь. Я помогу вам за пару недель повысить ваш балл на Duolingo, так как, я не знаю, никакой другой репетитор в мире не повысит. А также у меня есть прекрасный видеокурс Duolingo на 120 с плюсом. Идите, надо эту рекламку давать в начале, а не в конце, потому что я сомневаюсь, что кто-то из вас досмотрел до этой секунды, но ничего. Вот, там на данный момент 87 видеоуроков, приблизительно по 40 минут. То есть представьте, сколько часов видео вы смотрите, слушаете меня, размышляете, останавливаете запись, если нужно, и напитываетесь этим Duolingo так, что этот видеокурс не может не помочь вам повысить ваш балл. Окей, друзья, я вас люблю, встретимся в следующих уроках.